когда ты что-то делаешь заново, создаешь, то в любом случае ты, ну, оставишь след в истории. Я всегда хотела жить в большом городе, потому что мне казалось, что жизнь в большом городе – это очень интересно. Сначала я жалела, то есть воспринимала это как неудачу, что я вернулась из Москвы, а потом уже поняла то, что здесь, где как не здесь, нужно креативить, то есть создавать что-то заново там, где, ну, мало что есть. Осознание того, что здание-то крутое на самом деле, пришло, когда у меня была возможность сравнивать, то есть путешествовать там по другим местам. И оказывается, что у нас реально очень крутая деревня. Я еще до покупки дома занималась тем, что, ну, условно, там глобальная мысль – возродить село, потому что село имеет богатую историю, и нужно что-то, чтобы здесь работало, чтобы люди не уезжали, чтобы у людей была работа там и прочее. Ну и, на мой взгляд, самый такой эффективный метод, имея такую богатую историю, это привлекать туристов в село. Изначально тоже тратить деньги, когда у тебя еще один дом есть родовой, куда тоже нужно вкладывать деньги, это нереально, поэтому как личный там дом мы, ну, сразу отказались от этой идеи, потому что отели – это возможность хотя бы привлечь какие-то инвестиции, там, волонтеров и прочее. У меня была мысль и устроиться куда-то в гостиницу администратором, чтобы понять вообще, как работает отель. Ну, это так не случилось, поэтому я взяла книжку Артура Хейли «Отель» и начала читать. Получить статус памятника культурно-исторического наследия – это очень хорошо, потому что это реально под охраной будет государство и прочее. Но вот для меня, когда я, ну, правда стараюсь ничего не испортить, это мне бы создало кучу проблем. 3 номера на первом этаже, и мы хотим мансарду освоить, там тоже будет 3 номера, то есть всего 6 номеров. Здесь вот будет самое... Как раз вот приватная комната, самая дорогая, потому что она с балконом и с видом на храм. Очень светлая достаточно. Я думаю, что здесь, кстати, вот хозяйка жила как раз в этом помещении. Так, это веранда. Это тоже общественная зона, где можно будет выпить кофе, почитать книжку, выйти на балкон. Я стараюсь все, что ценное в этом доме, сохранять. Я знаю, что моему соседу говорили иногда, что, ну, вообще, зачем ты ей помогаешь? У нее, она там бизнес собирается делать, а ты ей помогаешь. Не все понимают то, что, во-первых, дом – это, ну, не только мой по документам, а вообще-то это наследие нашего села в целом. Не будет дома, не будет соседнего дома, вообще село потеряет облик.